Сейчас мы приехали в семью, где мама больна онкологией, но с маленьким ребенком. Но еще раз хочу напомнить, что у нас большое волонтерское братство, и самые нормальные волонтеры, мы друг друга знаем и всегда между собой общаемся. И вот Катя Извекова мне сообщила о том, что женщина в моем родном городе нуждается в помощи. Все деньги уходят на лечение, на дорогостоящие лекарства. И сегодня благодаря замечательной группе «Помощь детям Украины из Норвегии» под руководством замечательнейших людей, а также благодаря замечательной женщине Ингрид Маргарет, мы вот привезли им продукты. Вот видите, мой продуктовый набор. И, ну не памперсы, а как прокладки там называются такие. Вот. Женщина, вы видите, она больна. Ну, мы все надеемся, что у нее будет все хорошо с этой маленькой девочкой. Привет. Поздоровайся. Как ты, довольна продуктами? Счастлива. Да. Столько сладостей. Да. Да. Сладкое мы любим, да? Да. Люблю я сладкое. Ну, я хочу сказать огромнейшее спасибо. Без помощи, без посторонней, конечно, я не смогла бы ни лечиться, ни жить, ни существовать. Помогают продуктами. Вот спасибо огромнейшее за этот продуктовый набор, за прокладки. Я ежедневно, ну, в общем, нуждаюсь очень в памперсах, колоприемниках. То есть очень большие затраты на это, на все уходят, помимо лечения. Сейчас вот начала химию проходить. В прошлом году было 6 курсов. Ну, к сожалению, опухоль опять атаковала. Вот, спасибо, конечно, огромное всем за то, что не оставляете в беде и помогаете. Спасибо вам, добрые люди. Спасибо за ваши мужественные, добрые и нежные сердца.